Всем привет! По многочисленным просьбам рассказать о своем проекте решил записать видео. На данный проект ушел почти год, но ожидания стоили своих трудов. Так я покажу его сначала весь снаружи. А такой у нас клиренс 36 сантиметров. Самые главные детали в этом проекте – это бортовые редуктора. Вот они. И здесь слабо видно. Если будет интересно, запишу отдельное видео. Сейчас такой краткий обзорчик. Родной двигатель, защита металлическая. Движок у нас 3 родной. Вот, я его недавно помыл, потому что был в грязи. Но двигатель здесь родной, чтобы знали. 3 цилиндра CDI. Mercedes Smart. Салон. Салон здесь спартанский, ковролина нет, голый металл, легче отмывать от грязи. Дополнительный датчик стоит давления масла, он механический, трубка идет через весь салон, к двигателю через тройник. Здесь управление лебедкой проводное, также есть пульт беспроводной. Тут я спрятал массу. Вот видим, загорается зеленая лампочка. Не масса, а выключение плюса от лебедки. Установлен силовой бампер. Это труба, это кардан от Жигулей. Тонкостенная, очень прочная труба. Лебедка с квадрика. 3500 фунтов. Чуть более тонны тяги. Передняя подвеска из Макферсона переделана в двухрычажную. Сюда имплантирована пластина для крепления верхнего рычага. Рычаги самодельные. Здесь крепление тоже самодельное. Балка перевернута на 180 градусов для того, чтобы изменить угол. Тормоза от Volkswagen, ступица от Honda. Цапфа от Жигулей, шаровые тоже от Жигулей. Стойка от Mitsubishi Outlander задняя в сборе вместе с пружиной. Только верхние чашки здесь стоят от Honda. Радиатор здесь установленный в 2 раза толще смартовского от Honda Civic. Крылья подрезанные, сделаны расширители из дюрали, прикрученные просто саморезами по кругу. К ним здесь знаменитые брызговики Sparco. Правда, надписи я смыл, потому что не люблю такое. Водопроводная канализационная заглушка превратилась в защиту от попадания воды в воздушный фильтр, потому что так она была вероятность затекать туда. Иногда был фильтр мокрый, после установки стало все сухо. Защита двигателя выглядит так. Не очень толстый металл, свою работу делает. Тормоза по кругу дисковые от 2108. Вес автомобиля 680 килограмм. Задний привод, малый вес и отличная зубатая резина. Кстати, резина — это одна из лучших американских шин для грязи. Это ATP Mega Mayhem размером 27 на 11 на 14. Диски эти Volkswagen Golf
Правда, они разварены на 30 миллиметров, вставлена пластина. Разварки, одним словом. Вот эту резину. Так же самое сделано с передними дисками. Два диска я уже успел немного покоцать. Этот вот выровненный, второй катали на станке, и его пришлось перекрасить. Одним словом, для начала, я думаю, хватит. Пишите свои вопросы, комментируйте. Я почитаю, посмотрю, запишу новое видео. А на этом все. До новых встреч. Всем пока.